Астана Опера представит один из самых репертуарных спектаклей в мире – оперу «Евгений Онегин» в постановке выдающегося режиссера современности Давида Ливермора. В спектакле будет задействован практически весь коллектив столичного театра. При этом постановщики намерены показать зрителю новый взгляд на эту уникальную оперу. О режиссерских сюрпризах и подготовке к премьере расскажет Мара Ламанжулова. Фаэтон с живыми лошадьми, вращающаяся сцена, LED-экраны. Постановщики Евгения Онегина обещают представить уникальный спектакль с неожиданными сюрпризами. До премьеры пара недель, подготовка в самом разгаре. День X сами артисты ждут с волнением. Образ Татьяны примерит на себя Айгуль Ниязова и Галина Чеплакова. Роль другого героя Онегина сыграют артисты театра Сундет Байгожин и Талгат Мусабаев. Для меня это большая задача, как для артистки, как для певицы, очень убедительно выполнить все задачи, поставленные режиссером, и пропустив через себя, через свою призму каких-то душевных, мыслительных переживаний и донести этот образ в целом. Потому что героиня моя сложна тем, что очень глубокая у нее тонкая душевная структура. В спектакле задействован практически весь коллектив театра. Солисты, артисты хора и балета, а также полный состав оркестра. Порядка 300 человек. И это только творческая труппа. Я буду исполнять эту оперу на скрипке знаменитого мастера Иосифа Гварнери. 1685 год, который являлся родителем всего семейства Гварнери. Знаменитого семейства Гварнери. Вы, наверное, слышали о таких мастерах Гварнери, Страдивари, Амати. Вот. Этот инструмент мне очень дорог. Технически, конечно, очень непростая опера. Очень непростая. Вот так выглядела женщина пушкинской эпохи. На мне одно из платьев для артистов хора. На него затрачено 12 метров. В целом для спектакля будет сшито 250 костюмов, каждый из которых уникален и ручной работы. По словам художников, по костюмам наряды являются практическим воссозданием одежды времен 17 века. Это простые платья крестьянок, бальные помещиц, плащи и сюртуки, расшитые вручную. В каждом акте они будут отличаться по цвету и фасону, в зависимости от тогдашней моды. Часть тканей специально покрашены в Большом театре Москвы. Художники приоткрыли занавес и других необычных задумок режиссеров. У нас есть еще такой новый персонаж. Это Татьяна в таком уже возрасте. Так как она вспоминает, это все ее как бы воспоминания, начинается все с Татьяны. Ну, по крайней мере, этого никогда нигде не было, с такой пожилой дамой, вне времени, у нее костюм такой вне времени. Учитывая, что платье очень многослойное, то, соответственно, ткани ушло в два раза больше. Там на один, допустим, на одно платье не менее 10 метров. При этом они должны быть очень воздушные, легкие. Над постановкой оперы трудятся ведущие, режиссеры, хореографы, художники и сценографы из Казахстана, Италии и Беларуси. Состав группы возглавляет дирижер-постановщик Алан Буребаев, а также выдающийся режиссер современности, поставивший в Астане Турандот Давида Ливермор. Увидеть произведение, созданное двумя гениями Пушкиным и Чайковским, астанчане смогут 8 и 9 февраля. Мара Ламанжолова, Ержан Рахманбердиев, Астана, Хабар 24.